Так случилось, так сложилось, что вы сегодня самая счастливая женщина на планете. Дело в том, что сегодня вы познакомитесь с коллекцией нашего итальянского дизайнера Луиджи Данелли. Почему нашего? Потому что он выполнил коллекцию, он исполнил коллекцию ювелирных изделий специально для канала Shop'n Show. То есть это настоящий эксклюзив. У нас эти все изделия представлены в ограниченной партии. Сейчас мы особое внимание, конечно, вы сразу же посмотрели на крест, но особое внимание мы обратим на цепь, остановим сейчас на ней свои взоры. Только посмотрите, какое у нас великолепнейшее, необычное получается колье, вечернее ожерелье. Все длины у вас на глазах, чтобы вы могли убедиться в том, какое у нас имеется разнообразие. Посмотрите, какая она интересная, ажурная. Цепь называется «Любовь позолоченная». Почему «Любовь»? Потому что это плетение лав, многими любимое. Итак, еще раз обращаю ваше внимание, что эта цепь является одним из элементов эксклюзивной итальянской коллекции дизайнера Луиджи Данелли, который специально для канала Shop'n Show собрал коллекцию, придумал коллекцию ювелирных изделий. Обратите внимание, что все это выполнено специально для русских женщин, объединил свои усилия с отечественными, с нашими поставщиками, итальянец Луиджи Данелли, для того, чтобы вы могли насладиться необычайной красотами этой коллекции. Коллекция с итальянскими корнями, но создана специально для российских женщин. И, конечно же, мы вам предлагаем эту коллекцию, что самое приятное, по ценам Shop'n Show. Ограниченная партия. Каждое изделие из коллекции Луиджи Данелли, а коллекция называется Grande Belladonna, то есть великолепная, великая красавица. Каждое изделие представлено в ограниченной партии. Это настоящий эксклюзив. Я рада, я даже с гордостью вам ее представляю, эту самую коллекцию. Хочу, чтобы вы были внимательны, чтобы вы быстрее оформляли свой заказ, когда вам понравится ювелирное изделие. Итак, сейчас подробнее расскажу про эту цепь. Еще раз ее название. Любовь позолоченная. Любовь, потому что плетение лав. Здесь очень и очень достойная ширина. Эта цепь заменит вам абсолютно легко, просто и с изящностью даже какой-нибудь колье. 5 миллиметров. Обратите внимание, ширина каждого звена. Рассмотрим подробнее, когда мы сейчас так близко. Вот это та самая любовь, это самое плетение лав. Вы скажете, что уже видели плетение лав у нас в эфирах. Да, я не буду спорить, я не буду отрицать, так оно и есть. Вы действительно их у нас уже видели, подобные цепи, но такой ширины у нас ничего еще не было. Обратите внимание, 5 миллиметров ширина каждой цепочки. И я хочу, чтобы вы сейчас запомнили название этой коллекции Grande Belladonna от дизайнера Луиджи Данелли, за что ему огромное спасибо. И я хочу также, чтобы вы обратили внимание на два важных факта. А именно, эта коллекция создавалась специально для русских женщин. Да, дизайнером из Италии, уроженец Италии Луиджи Данелли. Ему сейчас 45 лет. Кстати, недавно свой вот такой промежуточный юбилей этот дизайнер отметил, как раз-таки работая над великолепной коллекцией Grande Belladonna. Первый факт, что эта коллекция создавалась итальянцам, но специально для русских женщин. Второй факт важный заключается в том, что эта коллекция создавалась эксклюзивно для канала Shop'n Show. Обратил особое внимание Луиджи на потребность русских женщин именно в длинных цепях, потому что он ходил, я это точно знаю, по ювелирным магазинам. Конечно же, он изучал ассортимент, он изучал выбор, он пытался понять, что предоставляется русским женщинам, что они могут выбрать, что они предпочитают, и отметил, что действительно очень сложно, это то, о чем я вам говорю буквально каждый эфир, очень сложно найти длинные цепи. И, пожалуйста, именно поэтому в своей коллекции Луиджи Данелли предлагает вам цепи длиной до 65 сантиметров. Стартовая цена 1899 рублей за самую короткую цепь. Если вы любите выделяться, если вы хотите быть яркой, нарядной, заметной, чтобы все взоры были обращены в вашу сторону, то эта коллекция Grande Belladonna от итальянского дизайнера Луиджи Данелли создавалась специально для вас. Вы обратите еще раз внимание на ее блеск. Это плетение лав, плетение любовь. Вы, если очень внимательно смотрите, увидите в каждом звене, видите, сердечки, целая вереница сердец сплелась воедино, чтобы украсить вашу зону декольте.
декольте. Я вам, как ваш личный ювелирный дизайнер, советую приобретать, допустим, 2-3 цепи разной длины для того, чтобы создавать вечернее ожерелье. Хотя, знаете, каждая цепочка тоже смотрится вполне самодостаточно. Это не цепь, это настоящее ожерелье. Демонстрирую вам сейчас замочек карабин. Обратите внимание, насколько идеально он вплетается, собственно, в саму длину и ширину цепи. Здесь же у нас и проба, и клеймо завода-изготовителя. Безусловно, это все имеется. Это итальянская коллекция. Здесь вы сможете увидеть абсолютно все. Ну что ж, мы с вами любуемся этим предложением. Хочу также показать паспорт. Конечно, он к вам приедет. Безусловно, все изделия у нас имеются, необходимые пробирные отметки и паспорта. Сейчас я вам демонстрирую паспорт от цепи длиной 65 сантиметров и ее вес 8,74 грамма, и это серебро, покрытое позолотой. Но никто никогда вас не спросит, это позолота или это золото, потому что выглядит абсолютно точно как золотая. Обращаю ваше внимание, вы никого не встретите поблизости в подобных цепях. Дело в том, что это эксклюзивная итальянская коллекция.